Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Подсел я в последнее время на баклажаны. Готовлю их во всех видах. Да даже просто ломтиками в духовке запекаю и смазываю затем маслом и чесноком. Ну и посложнее кое-что тоже периодически готовлю. Вот и сегодня решил заморочиться и запечь фаршированные. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. А сейчас приступим. Начну с подготовки баклажанов. Их надо аккуратно так помять, чтобы внутри свободное место для начинки образовалось. Они же внутри как губка, вот ее и надо так сдавить, смять. Теперь надрезать. И присолить. Пусть полежат немного вот этим надрезом вниз. Я таким образом из них хочу влагу удалить, хотя бы частично. А сам сейчас займусь начинкой. Сначала лук таким мелким кубиком. Его на сковородку пусть слегка поджарится. Теперь сладкий перец. Тоже мелким кубиком к луку его. А чили перец порублю прямо вместе с косточками. У нас почему-то не очень острый, так что удалять их не буду. Тоже к овощам. Ну и пока все обжаривается, надо мясо с куриных ножек ободрать. Можно, конечно, и куриную грудку на это дело пустить, но красное мясо мне нравится больше. Нарежу помельче. Так, про овощи не забываем. Отлично, можно уже и курятину добавлять. До готовности доводить ни в коем случае не надо. Я хочу только, чтобы все вкусы смешались. Сырой лук горький, жареный сладкий. Обжаренный сладкий перец тоже слаще становится. Протертых томатов вот чуть-чуть совсем, так, для кислоты, для яркости. Соли. Ну вот и все. Достаточно такой обработки. Лишняя влага выкипела, соответственно, все вкусы сконцентрировались. Давайте фаршировать. Вот так. Все, отправляю в духовку минут на 40, на 50. Температура 180 градусов, верхний и нижний нагрев. Но встретимся с вами примерно через полчаса, то есть за 10 минут до окончания готовки. Красота. Все отлично. Теперь сверху сыра. Да. Сейчас она плавится, немножко подрумянится, можно будет садиться за стол, то есть еще минут 10-15 ждать. О, какое чудо. Так, сырик отложим в сторону. Кусочек баклажана запеченного. Так. И начинки. С курочкой вот так вот. Вот такой кусок сейчас попробуем. Так, а что насчет вкуса?
Классно. Печеный баклажан. Яркая начинка. Курица. Лучок сладкий. Томаты. Перец чувствуется. Сладкий перец чувствуется. Именно чили перец и сладкий перец. Прям классная штука. Может быть, можно было еще какого-нибудь соуса сварганить, добавить. Но, наверное, нет. Наверное, нет. В принципе, если это есть в горячем виде, это безумно сочно. Прям вот классно. Короче, надо готовить. Очень вкусная штука. Позвольте вам напомнить, что по промокоду Фреско вы можете получить скидки вот на такие классные ножи Самура. Он суперские какие. Обалденные. И заточка тут, и сталь. Все вообще в порядке. Огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!